Появление его на Бали произвело необыкновенные действия. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу. Пал Иваныч, ах мой, боже мой, Пал Иваныч, любезный Пал Иваныч, почтеннейший Пал Иваныч, душа моя, Пал Иваныч, вот вы где, Пал Иваныч, вот он наш Пал Иваныч. Позвольте прижать вас, Пал Иваныч. Давайте-ка его сюда. Вот я его поцелую покрепче моего дорогого Пал Ивановича. Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной руке конфетный билет, а в другой балонку, увидя его, бросил на пол и билет, и балонку, только завизжала собачонка. Словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную. Раскланялся направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно. Так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающей гирляндою и нанесли с собою целые облака всякого рода благоуханий. Одна дышала розами, а другой несло весной фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой. Чичиков подымал только нос кверху, да нюхал. В нарядах их вкусу была пропасть. Муслины, атласы, кисеи были таких бледных, модных цветов, каким даже и название нельзя было прибрать. До такой степени дошла тонкость вкуса. Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенной осмотрительностью. Шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно и никак дальше. Каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека. Остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом. Или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем поцелуя. Эфирно обнимал шею. Или выпущены были из-за плечи, из-под платья маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известного под именем скромности. Эти скромности скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляло подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Но сделал антраша. Эта антраша произвела маленькая нюх. Галопат летел во всю прополую. Почмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхай Хелидзов, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Берендовский. Все поднялось и понеслось. Чичиков так занялся разговорами с дамами, что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла несколько ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Пал Иваныч, так вот как вы!» Герой наш поворотился в ту же минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Ледипиды, Гремины и всякие там ловкие военные люди, как невзначай поднявшие глаза, остановился вдруг, как оглушенный ударом. Перед ним стояла не одна губернаторша. Она держала под руку молоденькую 16-летнюю девушку, свеженькую блондинку
с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какой художник взял бы в образец для Мадонны и какой только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, все, что не есть, и горы, и леса, и степи, и лица, и губы, и ноги. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова и пробормотал, черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Заёнский, ни Лидин. «Вы еще не знаете моей дочери, — сказала губернаторша, — институтка, только что выпущена». Он отвечал, что уже имел счастье нечаянным образом познакомиться. Попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав 2-3 слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы, к другим гостям. А Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте. «Мадам, уже пошел. Пошла. Нельзя сказать, наверное, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви. Даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так, чтобы толстые, однако же не то, чтобы тонкие, способны были к любви. Но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить. Ему показалось, как он сам потом сознавался, что весь бал со всем своим говором и шумом стал на несколько минут как будто где-то вдали. Скрипки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и окончено только одни тонкие черты увлекательной блондинки. Ее овально круглившееся личико, ее тоненький-тоненький стан. Видно, так уж бывает на свете, видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов. Но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевший возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дела пошло, и он начал даже получать форс. Но здесь к величайшему прискорбию надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами. Начали. Даже сам Чичиков... Еще раз. А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность. В то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разное время случившиеся историки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться. Ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но на беду в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича и остановил его, прося быть судьею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет. А между тем Ноздрев уже увидел его и шел прямо навстречу. Херсонский помещик! Кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие румяные, как весенние розы, щеки. Что? Много наторговал мертвых? Вы ведь знаете, ваше превосходительство, горланил он, тут же обратившись к губернатору, он торгует мертвыми душами.
Ей-богу! Послушай, Чичков, ведь ты, я тебе говорю, по дружбе. Вот мы здесь все твои друзья, вот его происходить здесь. Я бы тебя повесил, ей-богу, повесил. Чичков просто не знал, где сидел. Поверите ли, ваше происходительство, продолжал Ноздрев. Как сказал он мне, продай мертвых душ. Я так, ха-ха, и лопнул со смеху. Приезжай сюда. Мне говорят, что накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Какие выводы? Да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичков, да ты скотина, ей-богу, скотина. Вот и его превосходительство здесь не правда ли, прокурор? Но прокуроры Чичиков и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашли совершенно, что отвечать. А между тем Ноздрев, немало не обращая внимания, нес полутрезвую речь. «Уж ты, брат, ты! Я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе право стыдно. У тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я». Вот и его превосходительство здесь. Не правда ли, прокурор? Но все слова о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странной, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какой-то злобною, едкою усмешкою, и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупые слова дурака, а иногда бывают они достаточные, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно. Точь-в-точь, как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу. Словом, нехорошо, совсем, совсем нехорошо. И даже не дождался он окончания ужина, и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать. А что будет дальше, мы узнаем из следующей серии.